Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Евразия. Меня зовут Алина Валиулина. И в ближайшее время я и мои коллеги расскажем вам о самых главных интересных событиях Орска, Новотроицка, Гая и всей Оренбургской области. В этом выпуске смотрите. Школьники Орска встретили 1 сентября. О том, как прошли линейки, расскажем в этом выпуске. Арчанин оставил второй участок без воды, самостоятельно перекрыв запорно-регулирующие арматуры. Подробнее вы узнаете в этом выпуске. В Орске две квартиры в доме номер 90 по проспекту Ленина после опрессовки системы затопило. Ситуацию разбирались Анна Панащева и Игорь Платонов. Школы Орска вновь распахнули свои двери. Такие трогательные первоклассники и такие взрослые выпускники надолго запомнят этот солнечный и осенний день. Ведь и те, и другие вступают в совершенно новую и взрослую жизнь. Школа номер 29 и номер 32 встретили 1 сентября не у родной школы. Линейка прошла в парке Северный из-за большого количества учеников. Открыли праздник малыши из первого класса. Пожеланиями к школьникам и их родителям обратилась директор школы номер 32 Ольга Иванова. Дорогим родителям хочется пожелать терпения и удовольствия от того, что ваши дети будут возвращаться из школы каждый день с хорошим настроением и с хорошими отметками. В добрый путь, дорогие ученики! В школах номер 29 и номер 32 за парты сядут 143 первоклассника. И они, и их родители готовы к учебному году. Настроение отличное. Волнуемся за детей, переживаем, как будут учиться, как пройдет у них первый учебный год. А как ваше настроение? Готовы ли вы учиться? Учиться. Готова? Готова. Настроение отличное. Понравилась линейка вам? Очень понравилось, да. Сегодня как две школы вместе, людей очень много. Как ваш ребенок? Готов учиться в первый класс? Готов. Настроение бодрое. Пятерки хотите получать? Да. Чего еще? Может быть, друзей новых найти? Да. Настроение волнительное, конечно, и в то же время радостное. У нас ребенок пошел в первый класс. Это очень трогательно. Расскажи, пожалуйста, какие цели ты ставишь на учебный год? Там пятерки получать, может быть? Да, пятерки. Пятерки. Как вообще твое настроение? Расскажи, готов учиться? Да. Одиннадцатиклассники тоже немного волнуются. Впереди последний год учебы и экзамены, а дальше взрослая жизнь. Замечательное настроение с осознанием того, что это последний год в стенах родной школы и впереди нас ждет взрослая жизнь. Немного страшно, но это предвкушение, эти чувства просто заставляют готовиться к экзаменам, поступлению и просто заряжаться хорошим настроением. Как вам линейка? Понравилась? Линейка мне понравилась. Очень понравился момент, когда я говорила речь с первоклассниками, давала какие-то советы. Это был достаточно трогательный момент, который меня очень сильно зацепил. Да и в целом вся организация мероприятия, я думаю, что прошла успешно. Да, настроение отличное. Я ко всему готов. Правда, немножко волнение о том, что через 9 месяцев экзамены. Поэтому не знаю как, но будем как-то справляться с этими трудностями. Проходить и сдавать. Ну, вы, наверное, готовились. Ну, да, было дело немножко. Немножко есть. Ясно. А расскажите, пожалуйста, как вам линейка? Понравилась ли в таком формате? Да, линейка неплохая. Первый раз в таком формате была в парке. Много народу, очень понравилось. Еще то, что честь школы предоставила первоклассницу нести, за это очень сильно рад. Ну и к самому важному. Такой звонкий и трепетный первый звонок. В школе номер 52 праздничная линейка тоже прошла на ура. Белые банты, новая школьная форма и большие букеты. А самое главное – новые и интересные впечатления. Не отстаем, не отстаем. Ура! Таким же ярким был первый звонок в школе номер 49.
а вот и танец в гимназии номер один. Желаем ученикам и учителям, чтобы новый учебный год стал для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и достижения. Ксения Семененко, Николай Бараников, Константин Макаров. Служба информации телерадиокомпании «Евразия». В школах Гайского городского округа прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. 1 сентября в округе за парты сели свыше 6 тысяч школьников. Почти 500 из них – первоклассники. Рядом с ними – добрые и понимающие педагоги. Волнение, радость, гордость, ну и самый положительный опыт. Своим детям и новым родителям чего пожелаете в преддверии нового учебного года? Самое главное – здоровье, мира, конечно же, в нашей обстановке, ну и хороших положительных эмоций, только хорошего всего и позитива. А коллегам? Коллегам терпения, понимания, здоровья. Еще раз терпение, терпение, терпение. В нашей профессии это очень важно. Особое внимание на линейках по традиции было уделено будущим выпускникам. В их адрес звучали слова напутствия, поздравления и стихотворения. Первый учебный день для 11-классников – настоящий праздник. Настроение пойдет. Все отлично. Главное – сдать хорошо экзамены. А у вас? Ну, такой же настрой. Ну да, подготовиться как бы к экзаменам, к поступлению было бы неплохо. А вы что планируете делать следующий год учебный? Следующий учебный? Учиться только под экзамен к экзаменам. Страх есть какие-то? Да. Да. Небольшие экзамены? Да. Ну, справимся. Да нет, я уверен. Не набрать проходной балл, самый вот страшный. Своим ребятам и одноклассникам чего пожелаете на этот год? Удачи, самое главное, терпение, не переживать, да. Самое главное – учить. Учителям? Учителям – дай бог им здоровья. Да, дай бог всем. Сил здоровья. Редакция портала Гай.рф поздравляет учителей, учеников и их родителей с Днем знаний. Пусть новый учебный год будет плодотворным и радостным с 1 сентября. Сентября второй участок Орска с самого утра остался без какой-либо воды. Школьники, а также их родители с трудом смогли собраться на праздничные линейки, посвященные Дню знаний. Стало известно, что РВК Орск не проводили в этом месте плановых отключений. После поступивших заявок в диспетчерскую службу специалисты выехали на второй участок, чтобы обследовать сети. Проверка показала, к снижению давления на втором участке привело закрытие запорной регулирующей арматуры жителям Орска. Специалисты водоканала оперативно восстановили работу задвижки. Подачу воды в микрорайон возобновили к обеду, сообщает РВК Орск. Личность арчанина, который вмешался в работу запорной арматуры, установлена. Служба безопасности предприятия направлена обращение в правоохранительные органы. Предприятие напоминает, самостоятельное вмешательство в работу системы водоснабжения и водоотведения запрещено. При возникновении проблем с холодным водоснабжением и водоотведением необходимо обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу 8 35 37 45 00 81. В администрации Орска прошло заседание общественной палаты города, на котором обсудили глобальную проблему, связанную с обращением с твердыми коммунальными отходами. Алексей Пеняскин, заместитель главы Орска по муниципальному хозяйству, выступил с докладом о том, как обстоят дела на сегодняшний день со свалками в Орске. На территории муниципалитета 641 место накопления ТКО. Все площадки проинспектированы, все проблемы зафиксированы. Чтобы снять напряженность, администрации планируется закупить 60 баков повышенной вместимости. Проще говоря, лодочек. Контейнеры из первой партии уже установлены. Было закуплено 5 лодочек, которые были расставлены совместно с ООО «Природа» на проблемных местах. Это на улице Щерса,
на повороте на Уральскую ЖГМУ там было поставлено две лодочки, и на Зеленокутовской объездной там была поставлена лодочка. Как мы видим, проблема здесь, она решилась. А в настоящее время заключен контракт на приобретение еще 15 контейнеров объемом 8 кубов. В настоящее время муниципалитет составляет смету на оборудование контейнерных площадок, то есть на асфальтирование, на ограждение, на подъездные пути. В планах также установить видеонаблюдение, чтобы отслеживать работу рекоператора, а также вычислять нарушителей и предпринимателей, засоряющих территорию возле мусорных баков. На данный момент мы определили 10 проблемных точек, которые запламляются с периодичностью, с определенной. Есть уже понимание с провайдерами, которые готовы установить эти видеокамеры, видеонаблюдения. В этом году на борьбу с несанкционированными свалками на территории Орска выделено порядка 4 миллионов рублей. Этим занимаются администрации районов, которые в постоянном режиме ликвидируют незаконное скопление мусора, заявил Алексей Пеняскин. На следующий год планируется выделить еще большую сумму. Кроме того, на заседании выступили главы районных администраций. Елена Калядина, например, рассказала, что лично посещает проблемы мусорные площадки в Ленинском районе. И она уверена, арчане отчасти также несут ответственность за ту ситуацию, которая сейчас происходит в городе. Вот что сейчас вы привели пример, это Стасова 2-4-2 тоже. Только мы оттуда убрали ровно на неделю. Кто туда несет? Несут жители. Там нет частного сектора. Даже если частный сектор, даже если многоквартирный дом, дерево отпилить, кусты отпилить, но их же можешь отпилить и сложить аккуратно. Но это же все-таки и от нас, жителей, зависит. И отдельный вопрос – это отсутствие графика вывоза ТКО, на который бы жители и управляющие компании могли ориентироваться. Так, например, руководитель УК ССЖ Марина Бирюк пояснила, что если бы обслуживающая организация знала конкретное время приезда мусоровозов, то она бы сразу отправляла дворников, которые бы могли оказать помощь рекоператору. В завершении заседания было решено, для того, чтобы справиться с мусорной стихией, необходимо улучшить взаимодействие с природой и по возможности обратить внимание на положительный опыт по обращению с ТКО. За примером далеко ходить не надо. В соседнем ГАИ дела обстоят намного лучше. 28 марта в Новотроицке на 36-м заседании городского совета депутатов 6-го созыва было рассмотрено предложение депутата Артема Жарко обратиться к губернатору и Заксобранию региона с просьбой предоставить льготы жителям муниципалитетов, являющихся территориями опережающего развития. Речь идет о Новотроицке и городе Ясный. Напомним, на территории Новотроицка зарегистрировано 9 предприятий резидентов ТАСЭР, осуществляющих свою производственную деятельность с применением существенных налоговых льгот. К сожалению, в настоящее время многие промышленные предприятия города, а также медицинские, образовательные и другие учреждения столкнулись с нехваткой профессиональных кадров. Одной из причин такого положения является отток населения. Чтобы решить эту проблему, депутат Артем Жарко предложил предусмотреть для граждан, проживающих на территории опережающего развития, ряд льгот и компенсаций. В частности, назначение трудовой пенсии ранее установленными федеральными законами сроками мужчинам по достижениям 60 лет, женщинам 55 лет, при условии, что они проработали на предприятиях Новотроицка 20 и 15 лет и имеют страховой стаж 30 и 25 лет соответственно. Депутаты одобрили инициативу коллегии, обращение было отправлено в область. Ответ был озвучен председателем Горсовета депутатов Новотроицка Иваном Филипповым на заседании 29 августа. В этом накинутом на комиссии работали, отправляли правительство с предложениями. Вы сами в этом участвовали в процессе. Ну, предложения те, которые были, то есть они... Ну, невозможно применить в отдельно взятой территории, можно сказать, потому что затрагивает все категории граждан и масштабов Российской Федерации. То есть там и пенсионное обеспечение, и другие какие-то вопросы. Единственное, что мы можем сделать, это если нам только здесь на уровне муниципалитета. Ну, за этим забором детский сад номер 11. Мы не раз о нем уже рассказывали вам, но на всякий случай напомним. Его построили еще в прошлом столетии архитекторы из Европы. Несколько лет назад его признали культурным наследием Орска. Но, как мы можем заметить, он совершенно ужасном состоянии. А таблички на здании, которая подтверждала бы, что это культурное наследие, нет. По факту выявленных недочетов надзорное ведомство обратилось с иском в суд на собственника объекта, местную администрацию. Теперь в течение 6 месяцев муниципалитет должен организовать реставрацию данного объекта, а также установить информационную надпись. Фактическое устранение нарушений будет контролироваться прокуратурой района.
31 августа в Орске завершился пляжный сезон. За лето спасатели провели 81 дежурство. В это время специалисты оказали 40 раз доврачебную помощь горожанам. Меньше всего, а именно 5 раз в августе. Служба спасения города Орска отмечает, что, скорее всего, такие результаты – следствие холодной погоды, которая установилась в городе в последние недели лета. Спасатели выходили на дежурство и в дождливые дни. Они проводили мониторинг несколько раз в сутки на случай, если вдруг кто-то захотел искупаться в холодной воде. За прошедший сезон в Орске проведено 26 рейдов на пляжах с раздачей памяткой отдыхающим. Спасатели проводили беседы с горожанами о правилах безопасности нахождения в воде. Выставка товаров из Беларуси и России. Колбасы, сыры, восточные сладости, мужской и женский трикотаж, главные уборы, тюль и многое другое. Орск на площади Васнецова у киноцентра с 5 по 16 сентября. В Орске на проспекте Мира 6А возле училища вспыхнул пожар. При службе МЧС нам сообщили, что произошло возгорание в нежилом заброшенном доме. На данный момент пожар ликвидировали, к тушению привлекались сотрудники 10-й и 16-й пожарно-спасательных частей регионального управления МЧС. Огонь повредил около 70 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора. В Гайца 6-летнего мальчика освободили от уплаты алиментов. Мужчина перечислял четверть своих доходов на содержание ребенка, который жил с матерью. Женщина попала в тюрьму за совершение преступления, а малыш остался с отцом. С учетом данных обстоятельств суд прекратил взыскание алиментов. У орчан на Ленина 90 после гидравлических испытаний с потолка потекла вода. В пятницу в 9 часов запустили прессовку дома, подъезда. Мама мне звонит где-то в 4, в начале 4, говорит, что у нас висит потолок. Она уходила в 3 часа дня в магазин, пришла с магазина, у нас уже висит потолок. Она пошла дежурному слесарю. Пока я ехала с работы, я начала звонить всем дежурным. Меня отправляли к мужчине, мы приезжаем, он говорит, я спустил, начал спускать подъезд, ждите. Вот только чего ждать. Несколько дней Ольга сливала воду со своего натяжного потолка. Но когда, наконец, пришли слесари из управляющей компании, то сначала предположили, что ее затопили соседи сверху. Но когда они зашли в квартиру этажом выше, то никакой воды не увидели. Ольгу попросили снять полотно с потолка. Мы снимаем потолок. Наполовину смотрим, потеков вообще никаких нету, где стыки находятся. Далее мы снимаем его дальше, потолок, потому что приняли решение, что нужно снимать. Раз есть вода, она копится где-то, откуда-то она же капает. Мы доходим до угла, где вообще никаких коммуникаций нету. Оттуда до сих пор капает вода. Тогда, по словам орчанки, у коммунальщиков появилось новое предположение. Поскольку дом кирпичный, то где-то на плитах скапливается вода и стекает в то место, где как раз никаких труб нет. На вопрос жительницы, что же ей делать, коммунальщики отвечают ждать, когда спустят воду с системы. В итоге ни на пятом этаже не делают, ни у нас, говорят, ждем завтра. Завтра все решится. После повторной попытки провести гидравлические испытания прорвало трубу в квартире на пятом этаже. Хозяину сказали, что надо будет менять стояк. Управляющие компании «Сплавинвест» нам отказались давать комментарии по этой ситуации. Однако жильцы дома сообщили, что представители обслуживающей организации после нашего звонка с ними связались. Они объяснили, что для проведения дальнейших работ им необходим доступ ко всем помещениям в подъезде. Вопрос с этим уже решают. Анна Паначева, Игорь Платонов, служба информации ТРК. Евразия. В районе детского пляжа в Орске идут раскопки. Это начало работ по благоустройству. Их проводят в рамках нацпроекта «Туризма и индустрия гостеприимства». Изначально сроки стояли на конец августа, но их перенесли из-за погодных условий. Как сообщили в мэрии, в настоящее время на территории пляжа прокладывают инженерные сети. Ожидается, что после работ здесь появятся пешеходные дорожки со скамейками, акватория для купания малышей и специальный спуск в воду для маломобильных людей. В купальный сезон будут работать питьевые фонтанчики, туалеты, кабинки для переодевания, душ, устройство для мытья ног. Организуют прокат шезлонгов и зонтов от солнца. На территории обустроят вышку для дежурных спасателей и пункт для оказания медицинской помощи. Напомним, детский пляж победил в конкурсном отборе регионального министерства экономического развития на получение грантов для развития пляжей и обустройства национальных туристических маршрутов. Реализовать проект должны не позднее 1 декабря 2023 года. Администрация Гайского городского округа до 15 марта 2024 года обязана предоставить служебное помещение для участкового полиции. С иском в суд обратилась МВД. Из-за отсутствия помещения сельский участковый не мог полноценно работать, вести документацию и принимать посетителей. По решению суда муниципалитет обязан выделить ему служебный кабинет.
Новыми героями рубрики «Пешелох» стали мальчики, которые перебегали дорогу на улице Станиславского в Орске и просто чудом не попали под колеса. На записи с видеорегистратора видно, что мальчишки выскочили на проезжую часть прямо перед машинами. При этом буквально в нескольких метрах от этого места есть пешеходный переход со светофором. Но ребята решили не тратить на это время. Добро пожаловать в нашу рубрику. Напомним, нарушители-пешеходы попадают в раздел под названием «Пешелох». Пешеход – любитель опасной ходьбы. Если у вас есть герои для этого раздела, присылайте нам. В новые рубрики будут попадать только самые злостные нарушители. Пароли и явки вы видите на экране. В СКК Оренбуржье прошла торжественная церемония закрытия 16-го международного кинофестиваля «Восток-Запад. Классика и авангард». За прошедшую неделю жители и гости нашего региона посмотрели свыше 100 фильмов. Билеты на бесплатные показы разбирали за считанные часы. По предварительным данным вице-губернатора Татьяны Савиновой, свыше 10 тысяч человек посмотрели фестивальное кино. Параллельно ленты конкурсной программы смотрели жюри кинофестиваля. Не только мнение экспертов, но и зрителей учитывалось при выборе лучших фильма, режиссера, актера и актрисы. Первую статуэтку «Сарматский лев» получил народный артист России Сергей Маковецкий. Его заслуги признали в виде награды за вклад в киноискусство. А на церемонии закрытия, которую вели актеры Марк Богатырев и Елена Плаксина, озвучили итоги работы жюри МКФ. «Сарматского льва» за вклад в киноискусство получила народная артистка России Светлана Крючкова. Зал встречал ее стоя. В приветственном слове она рассказала, что статуэтка попадет в театральный музей. Также она отметила чуткость оренбургского зрителя даже к сложным картинам. А приз губернатора Оренбургской области имени Алексея Саморядова за лучший сценарий получил фильм «Наследие» режиссера Романа Михайлова. Первый день осени. Самое время, чтобы засесть дома за чашкой чая и включить любимый ситком. Кстати, именно сегодня празднуется День любителей сериалов. Мы узнали у арчан, что они любят смотреть. Мария просто Мария. Богатые тоже плачут. Все это было вот так. А вы вообще любите больше фильмы или сериалы? Ну, вы знаете, я сейчас, наверное, читать больше люблю. Я не хочу сказать, что это неплохо, но читаю больше и смотрю. Конечно, сериалы время много отнимают, фильмы, ну, те наши советские фильмы, советских режиссеров. «Во все тяжкие» смотрел. «Венсдей» тоже неплохой сериал. Часто вообще проводите так время? Не часто. В основном учусь и спортом занимаюсь. А фильмы или сериалы что предпочитаете? Фильмы. Я вот эти «Ментовские» смотрю, которые по Пятому каналу. Они мне очень нравятся. Еще я люблю эти сериалы, если там что-то такое, ну, из прошлых веков. Вот это вот, вот люблю. Но они, их мало сейчас. В основном «Ментовские» сериалы, которые повторяются. Сюжеты повторяются из одного в другой, из одного в другой. Ну, я смотрю в основном фантастику. Это один из моих любимых жанров. Потому что, ну, не знаю, как-то захватывает дух, вот, и так картину красочно передает. Но в основном смотрю и фильмы, и сериалы. Как вы поняли, больше всего арчане ценят работы отечественных сценаристов, режиссеров и актеров. Поздравляем всех сериаломанов с этим неформальным, но милым праздником.